Приветствую вас на канале Moonlight. У меня есть вот такая шляпа, дешевая, из какого-то синтетического материала, сделанная под лен. Она мне немножко поднадоела, я ее растырбанила. Сняла все. И сейчас я хочу провести небольшой эксперимент. Есть у меня вот такая замечательная колодка, болванка, вернее, для шляп. Я ее так красиво разрисовала, но она у меня облезла. Некачественная шпаклевка оказалась. Неважно. Она у меня очень хорошо подходит под эту шляпу. Я отрезала поля при помощи теплового пистолета, или как он там называется. Сформировала края. Ну, не сильно у меня получилось, конечно. И подогнула эти края на швейной машине. Сейчас я вновь пришиваю ленту внутрь шляпы и буду декорировать. Шью ленту. Вот такая простенькая и в то же время симпатичная шляпка у меня получилась.